Ну что ж, друзья, я думаю, что пришел момент очень короткого безмонтажного видео, как мы любим. Посмотрите, как можно набирать в совершенно потрясающем месте на границе двух воздушных масс. Вот эта воздушная масса, которую вы наблюдаете сейчас низко, это итальянская воздушная масса. А мы находимся в той воздушной массе, которую сдувает Франция. В массе с хорошей погодой. И вот у нас такой вид, что я даже не знаю, на какие деньги. Нам еще осталось долететь, сейчас скажу, вот сколько, 135 километров осталось до аэродрома, 3700 у нас высота, мы пытаемся набрать вот это облако, но еще надо на это немножко времени потратить. Ну тут выбрались мы вот под этого ледника, два раза упирались в стенку, будет длинное видео обязательно про этот полет мы пестрели. А это я прям сейчас сегодня загружу, чтобы вы завтра утром увидели. Просто посмотрите. Вот в этой долине мы чуть не сели. У нас тут было метров 300. Вот по этим скалам мы карабкались, как-то выбирались. Вот выбрались, и у нас опять свобода. Вот там далеко, где-то в 100 километрах Маттерхорн. Вот это вот Монблан. Это облако, которым нас тянет. Наш верный пипистрель, которым мы замечательным образом летим. Фух, и даже слов у меня никаких нету. Что-то снимаю, а что не знаю. Вот, наверное, еще какие могут быть слова. Вот это все дуга Альф. Вот они идут от Монако. Где-то там вот она дуга. Вот это на этом траверзе где-то Гренобль. Потом смотрите пальцами. Ничего, что я показываю. Это культурно считаю в этом случае. Вот Монблан. И вот там Маттерхорн. И вот эта вся дуга Альп дальше потом загибается, идет куда-то там через Австрию, в Словению там. У меня мечта по этой дуге Альп как-нибудь слетать замечательным образом. Ну а вам, наверное, просто полюбоваться. То есть я много раз бываю в хороших местах, но что в таком и с такими видами, не знаю. Unbelievable. И мы сюда выбрались все-таки. О. Сейчас немножечко еще подберем капельку и рванем. Дальше у нас цель вот туда перепрыгнуть и хромать домой. Но для того, чтобы хромать домой, нужно еще высоты набрать. Сделать это нужно талантливо. А времени уже 6 часов вечера, друзья. 6 часов. Ну, правда, до дома 135 километров, высота у нас 4 километра. Если хорошо напрячься, ну вот на качестве, конечно, снайпера мы бы дошли на 50. Вот пистрели будет в районе 40-ковника, ну, вряд ли он дойдет. Надо будет еще где-то набирать, ну, мы обязательно наберем. Напишите в комментариях, как вы считаете, долетим мы или не долетим. Похаузен левый. Видите? Поджить. Друзья, смена. 99, 4 километра высота. Ой, все приборы работают нормально. Все прекрасно. Как выглядит? Вот я с кислородным оборудованием. Соответственно, постоянно дышу кислородом. Потому что мы полдня на 4000 провели сегодня. Мы, наверное, немножечко вперед пройдем и будем идти на переход. Впереди потрясающего вида озера. Вот, кромка облаков. Офигительно. Просто невероятно. Все, выше уже все равно нельзя. Магнифик. You are the best. Окей. My walk is finished. Yeah, great walk. Ну что ж, друзья, мне дали управление, опять я главный. И я буду думать, как же мы дальше полетим. Полетим мы
налево, скорее всего. Немножечко пройдем по прямой, потому что мы здесь практически высоту не теряем. Попрощаемся с вот этим облаком. И пойдем налево. О, вот впереди у вас озеро. Большое озеро. Шикарное совершенно. Я не думаю, что нам имеет смысл рядом с ним лететь. I think I turn. And we use this line. Ох. Ну вот это свобода. Свобода в пространстве. Все, друзья, выключаюсь. Хотел еще немножечко фотографировать что-нибудь. До новых встреч, глубоко уважаемые. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.